И все, и пока. Алена, вытрись полотенечко, держи. Полотенце вытрись. Спасибо. Что такое? Лёва пошел еще дрова искать. Пойдешь с ним? Тебе такая палочка подойдет? Да. Спасибо. Алёнушка, что ты кушаешь? Мидии. Вкусно? Получается? Да. Лёвушка нашел еще дрова. Ага. Молодец. Алена, смотри, Лёва сколько дров нашел. А это сын, а это молодец. Вон там наверху много дров. Я понял. Можешь кидать в костер. Теперь мы знаем, где дрова. Сможешь костер кидать? Да. А все сразу можно положить ему? Вкусно. О, да, с этой стороны кидай, Снег, вот сюда дым идет. Вот и все. Ты опять мидии кушаешь? Левушка, Алена мидии распробовала, говорит, что очень вкусно. Ты хочешь попробовать? Или компоту. Компоту. Пожарила? Можно кушать уже шашлычок. Там сок. Вкусный, да? Ох, папа, костер с Левой распалили. Пионерский. У меня один остался. Лёва один трудится. И речка журчит здесь. Как чаёк, я придумала. Журчит, как речка. Лёва, как ты это притащил? Не тяжело было? Нет. Папа. Да, сын. Закидывай пока дрова. Хорошо. Лёва, может, ты сам забросишь? А я пока отдохну. Ой, Алена устала кушать. Алена тут огурцы жарила, как шашлык на палочке. Костер у нее был над оливками. Все, отдохнула? Иди с Лёвой погуляй немножко. А то устанешь отдыхать. Бери. Сейчас я буду стоять в бассейне. Жабка! Алена, смотри, Лёва жабку нашел. Жаба, жаба!
Лёва, белая жаба, как в аквариуме смотрели позавчера? Или коричневая? Я напидела. Лёва, какого цвета жаба? Жаба какого цвета? Зелёного. Алёна, ты видела зеленую жабу? Да. Ничем не удивишь ту Алёну. Конечно, давай будет. Посмотри, пока улыбку. На сливке, вот. А, точно улыбается. Я нарисовала кипу. А ты ее так нарисовала? Да. Смотри. Этим ножом. Клево. Я тоже хотела нарисовать. Уже все клево нарисовала. Возьми в ручку оливки и палочкой нарисуй аккуратно. Высыпал? Да, высыпал. Спасибо. Что тебе, котик. На, Алена, тебе пустая теперь коробочка. Вот нет, там еще не полная. Возьми другую. Лёва, дай, пожалуйста, Алене свою улыбку, а ты себе новую нарисуешь. Мамочка, ну расскажи что-нибудь. Спасибо, папа, что мы здесь. Все. Где здесь? Смотри, какие бабочки вокруг вас летают. Не вижу, он желтый. Мама! Оливка! Спасибо, папа, за оливки. Где-то так любят. Это тыква! Тыквы черные с улыбками. Да. Хэллоуин скоро. Посмотри. Через 10 месяцев. Уже вот-вот, да? Блин, как классно все-таки, а? Офигенно. А, вон там горы стоят. Горы, скалы. А здесь тоже, да. А мы в ямке, ветра нет, только солнце. Китайские палочки. Ну, а ты говоришь. Оп. Вот чем, и палочки. Чем мы не китайцы, да? Ничем. Что, малышей звать будешь? Он ищет шарик. А, ищет. Вообще надо позвать, пока они горячие. Давай, подержу сосиски с палочками, а ты помоги ему найти шарик. Они стоят, сейчас. Котик! Котик! Полетел! Недалеко улетел. Но ничего, сейчас ты сил наберешься, сможешь еще больше надавать. Кто напидел? Садись, бери сосиску. Кто напидел? Кто? Шарик? Ну, а кто это шарик, пердунок? Новый шарик. А Муся, у тебя свет горит. Бывает. А почему такие сосиски грязные? Я не буду. Давай я тебе отряхну сосиску. Хочешь? Я тоже грязная. Может, помоем? Да, Саша, это не страшно. Он прыгает. Мама, когда я его хотел припрыгнуть, он прыгнул вот сюда. Может, он просто отскочил? Нет, он прыгающий. Хорошо. Аленушка, вкусная сосисочка? Класс, да? Лёва, тебе уже все нравится? Супер. Папа, иди сюда сосиски кушать. Лёва, что ты? Кто ж сосиску солит? Редиску солим и черемшу. Я огурчики. Нет, огурчики у нас соленые. Нам с ветром повезло, так хорошо хотел. Да, и здесь за столом не жарко. Алёнушка, ну я Лёве говорила, что сосиску не надо солить. Она повторяет.
Да, на повторюшка. Так что ты, Лёва, следи за собой, что ты делаешь. Алена будет делать то же самое. Эй, в речку улетел. Папа, спасай. Аленушка, папа спасет. Алена, Лёва, спокойно, папа спасет всех. Смотрите. А вон уже плавает и кашает. Смелый папа. Папа, ты спас шарик? Пусть этот пока сохнет, берите другие. Лёва, у вас тут еще два шарика есть, таких же. А этот пусть сохнет. Отходите туда подальше на поляночку или здесь повыше залезайте. Ой, спасибо, моя солнышко. Спасибо, красавица. Лёва, пойди подальше на дуд. Тут костер рядом и речка. Максим, хотя если он на суку повиснет, тоже ничего хорошего. Он не повиснет. Не повиснет, хорошо. Смотри, обещал. Ну что, запускаете? Маленькая надувалка, говорю, сейчас надуем. Мы мячики взяли, сейчас попинаем. Папа, ты готов пинать мячики? Опа, бабочка. Бабочка, бабочка, бабочка! Раз, два, три! Еще не три. Ой, извини, ты в следующий раз сама будешь считать, ладно? Кися, сама будешь считать? Аленушка. Хорошо, давай. Сейчас Лёва как надует. Кто запускает, кто считает? Лёвушка, дай, пожалуйста, Алёнушке запустить. Давай, держи. 5, 4, 3, 2, 1, пусть. Летучий шарик. Алёнушка, бери еще один, тут лежит шарик. Лёва, шарик. Шарик пилду. Молодец. Шарик пилду. Шарик. Лёва, скажи шарик. Шарик пилду. Шарик. Шарик. Лёва, ну вот. Лёва у нас супер-пупер надуватель шаров. А папа у нас супер-пупер и пупер разжигатель костров. А Алена супер-пупер шпагат. А ну покажи свой шпагат. Можно тебе на карате уже идти? А ну покажи. А что так не бывает в карате? А как бывает? Покажи. Никогда. Ты на карате не пойдешь? Нет. Пойдешь танцевать? Да? И что ты будешь танцевать? Покажи. Таких танцев нет. Придется тебе правда пойти поучиться. Если правда на карате идти.
Лёва, не в костер давай. А то не будет шарика. Облетел вокруг земли и тебе к ножкам приземлился. Да, Алёнушка, осторожно, чтобы речка не упала. Не долетел до воды. Алёнка, ну он же такой здоровенный. Давайте маленький найдем, давай. Ты же не собиралась такой большой камень бросать, Алёнушка? Ты же девочка, девочки не подумают. Вон, ходи с тарелочкой, собирай салат. Булты? Булты? Булты! Получилось! Опа! И последний полетел. Алина, близко не надо подходить. Осторожно. Но еще это... пойдешь собирать? Да. Камешки или салат? Давай. Ты Леву видишь? Да, вон. А, аж далеко. Видим. Ага. Да-да-да, в камере есть, я ее не видела. А ты что будешь забрасывать? Сразу три камня бросил? Да. Где вы их находите? Вон там. Это три речки. Опять. Да, речка, наверное, любит камешки. Кормите, кормите речку. А эти камни из земли. Ну так, давай кидать с земли камни. Можно я тоже? Да, можно. Лёва, подальше отойдите от края. Лёвушка, подальше встаньте от камня, от края. Идём опять за камушком. Какие вы дружные. Лёвушка, возьми тоже миску. Или ведёрко еще лучше. Смотри, в ведро больше камешков войдет. Пока. Дети заняты. Речка шумит, так на слух приятно. Из земли. Ну, молодцы. Алёнушка, отойди, пожалуйста, от края. Вот так. Там скоро речки не будет. Будут одни камни. Да. Папа, видел? Видел. Супер, зайчик, молодец. Продолжай в том же духе. Бултык, аж брызги полетели. Вот так. Еще надо пойти найти. Да. Лёве, поможешь найти полную корзинку? Да. Что-то, папа, у тебя костер совсем погас. Папа, давай-ка костер. Почетче. Какие у тебя камушки? Нету больше. Капец, придется мяч доставать. Зачем воду? По полянке пинать. Воду не надо. Ну иди ищи, конечно.
На тропинке очень много камушков. Возьми ведерко, пройдись по тропинке. Где твое ведро? Левушка, оно вот здесь потерялось, смотри. Без ведра возьмешь камешки. Аленушка, иди с Левушкой. Молодец, взяла ведерочко. Много камешков войдет. Вот твоя тарелочка. Аленушка, аккуратно ройся, потому что там колючки в песке есть от акации. Есть камушки, да? Что там несет моя принцесса? Что там? Это камушки. Иди покажи. Много камушков? Полное ведро. Вот это молодец. Насобирала сама. Сама будешь их бросать теперь? Болты! Болты! Вот так! Веселое занятие ты придумала! Близко к берегу не надо вставать, чуть-чуть подальше отойди. Алена, осторожно, маму не пугай. Отойди от берега. Все, теперь буду это делать. Буду собирать такую капусту. Давай, давай, собери салату. Папа молодец, такой большой костер нам сделал. Сейчас еще сосисок-то жарим. Слава богу, дровок есть много. Ого! Лёва, что это? Я не нашел, когда пускал этот камень, большой камень. Это дрова? Это не дрова, это кола. Что? Так. Алена, у тебя что происходит? Максим, она походу дерн бросает. Да? А не камни. Ага, бабочка, бабочка. А у тебя в руке что? Палка. А еще? Не, ну если есть камни такие, что сделаешь, да, Аленка? Какие есть, да? Ну. Не, ну а что, дернул легче, его проще носить. Это кто-то накопал, да? Да. Папа, можно мы еще вот пойдем? Папа, за сам. Хочешь? Немножко. Вон там, походи, попробуй, вот, пойдем. Пойдем. Там сюда ты можешь идти, там ты
возьми. Можно. Точно? Да. Вот столько мне хватит. Хорошо. Сейчас будем эксперимент. Аленушка, ты что это пьешь? Да водичку своя. Фу! Ты что, любишь соленую воду? Да. Давай тебе лучше компот отдам. Но у меня уже есть компот. А, ты компот посолила? Да. И было все вкусно. И стало вкуснее, да? Да. Первый раз такое слышу, что соленый компот очень вкусный. Стоит попробовать? Да, сейчас я выпью. Дай маме попробовать, пожалуйста. Это точно вкусно? Нет, а я сейчас перевешиваю и тебе на попробовать. Чуть-чуть. Угу. Ужасно. Соленый компот. Похож на рыбу. Да. Соленую. И тебе так вкусно ты пьешь? Или тебе кажется, что вкусно? Кажется. Кажется. Давайте налью сладкий компот тогда. Вкусно. Вкусно. Так вкусно, что аж пить неохота, да, Алена? Да. Аленушка, золотая моя кисонька. Давай я вылью этот твой соленый компот в речку рыбкам, а тебе налью вкусный компот, настоящий. Ну пей, все, не вмешиваюсь. Невкусный? Выливай в речку. И больше компот не порти. Ладно? Соленый компот совсем невкусный. Да. Невкусный слой. Фу-фу-фу. Справилась? Копейки и бутылочки найди. Там. Бутылочки, копейки найди. Здесь там копейки. Поласкивать будешь? Вот здесь копейки вкусно капотом. Просто компот, наверное, будет еще вкуснее. Давай налью компоту. Аленушка, ну водички больше нету, кися. Ну я капельки пью. А есть капельки? Наливаю сама и пью. Ну ладно. Все, уже я все выпила капельки. Компот наливать? Она осталась. Мне кажется, там уже ничего не осталось. Уже упала, чтобы все нет. Я пугала. Я на голове стою. Наливать компоту. Привидение.
Ой, дымочек сюда пошел с костра. Аленочка, поди-ка палочку принеси для костра. Нет. Поди, найди, там мальчишки вон ищут. И ты поди, найди. И мама сейчас пойдет, найдет палочки для костра. Пойдем с тобой вместе? Да. Ура, вместе! Ничего себе! Аленка, отходи в сторону! Ого! Аленка догоняет, он за дровами, пошли еще!
Детки, кидайте с этой стороны, там, там жарко. Если по-братски, то да, самый большой кусок другу, брату. Ну, у тебя брата нет пока что, то сестре. Чищу банан. Что-то он тебе не чистится, тот банан. Чисти, а то все бананы он уже готовы, только твой не почищенный. Папа вон уже угольки сделал, жарит бананы. Что, получается? Да. А давай еще надорвем. Только чуть-чуть получается. Да что ж такое? Так, уже получилось. Ура! Почистился. Все, у меня готово. Все. Сдача, да? Ложи в тарелочку, папа пойдет их зажарит. Да. Ложи вот сюда. Вот так. Папа, получай. Давай папе тарелочку. Тарелочку папе давай. Пожалуйста, папа. Тарелочку, тарелочки давай. Дай папе. Папа будет с тарелочку собирать. Спасибо, ласточка, моя маленькая. А потом мне все. Конечно. Тени. На. Пожаренные. Отдай папе, пусть он ее подогреет на костре. Будет вкуснятина. Холодная тоже вкусная. Нет? Класс. И Алена любит сосиски. Смотри, вон папа раскладывает на кострике. Видишь? На кострике жарятся сосиски. И такая тоже классная. Ты, может, мы зря жарим? Вкусная. Но эти были другие сосиски, какие-то детские. А те папа купил для хот-догов. Интересно, насколько они вкуснее. Алинушка, остался компот. Будешь? Я похож на китайца. Нет, ты похож на Максима. Возле с костра. С этими палочками? Нет. А с вот этими? Нет. Понимаешь, китайцы едят один рис, а ты похож на человека, который ест одни котлеты. Мясо. Мама, смотри. Просто если бы ты ел один рис и взял одни палочки, ты был бы похож на китайца. Мама, смотри. Максим, нет, я тоже не ем один рис. Такой судьба. Ешь редиску. Да, кстати, редиска. Черемша. У китайцев, кстати, нет редиски. И черемши. Вилочка. У папы все вилочки. У папы вилонки есть. Есть? Вон прям под руками. Вот твоя палочка. Тарелочки. Тарелочка? Да. Нет, где-то... Сосиски? Да. Жареные. Максим, забери, пожалуйста, вот эту сосиску, ее тоже нужно подогреть. Она холодная, Алена ее не хочет кушать. Хотела. Ты ж требуешь теплые. Теплую, да? А хотела или нет? Пусть папа подогреет, да? Ну и хорошо. Иди посмотри, где там стукает Лёва об деревце. Где он стукает?
Ой-ой-ой, куда это он у нас ушел? О, уже назад возвращается. Где ты был, котенок? Вон там. Дров нашел? Да. Вот это ты охотник за дровами. Видишь, что Лёва сделал? Дров нашел. Смотрю. Мама, смотри. Что у тебя? Кармашки вывернулись. А ну засунь их назад. Трунь. Трунь. Второй. Вот так, вот так. Пусть кармашки живут внутри. Кармашки должны жить внутри. Да. Их не обнаружу пораньше. Опять. Максим, пахнет горелыми яблоками. Ура, костер затушили. Подальше, подальше ножки. Суп. Молодцы. Теперь пожара не будет. Да. На таком красивом месте. Еще сюда придем? Да. Хорошо, пойдем другое место искать. Но мне и здесь понравилось. Не понравилось тебе. Не понравилось. Папа, тебе понравилось? Класс. Мне тоже понравилось. Класс. Как тебе класс? Алена, лайки ставить? Как тебе класс? Ставьте лайки и дизлайки. Кому не понравился наш отдых. И Романя Белянцев, и Аленцев. А теперь надо набрать воды. Полный шланг? Да. Полную бочонку. Полную бочонку. И осухли. Уже, кажется, совсем нет дыма. Все, залили, молодцы. Мы пожарники, тетя. Дети, кажется, вы все потушили. Нет, вот еще бабки. Бабки, бабки. Я хочу еще тушить. Уже нету ни дыма, ни огня. Пора идти домой. Уже вон солнце закатывается за горизонт. Через 10 минут здесь будет ночь. Надо идти. Да, закат тут на юге Украины очень быстрый. Как в Сочи, принцесса, короткие ночи. Принцесса, здесь будет ночь через 10 минут. Пойдем? Нет. На гору высоко-высоко поднимемся. Папе на плечах. Пойдем? Нет. Сама пойдет. Сама пойдет. Лёвушка, иди, будем собирать вещи оставшиеся. Нам осталось собрать только вот эти бутылочки, сложить в сумку. Нет. Ложите их вот в этот пакет с мячиками. Нет. Кто понесет мячи? Я. А кто понесет рюкзак? Я. Ложи бутылку в пакет Лёве. Лёва, подожди, Алёна бутылочку в пакет положит. Лёва, тогда неси рюкзак. Нет, я не давно, я не маленький. Лёва, ну неси как большой.
Какая тут красота! Спасибо вам, любимые мои деточки и не деточки, что мы сюда пришли. Классно. Аленушка, ты рада, что мы тут побывали? А? Что еще? Еще остаться? Ну не все, больше остаться, моя хорошая. Да. Уже мы весь день тут пробыли, Аленушка. Смотри, уже горы облизывают закат. Идем смотреть на закат с горы. Нет. Солнышко будет ниже с горы. Пойдем посмотрим. Пойдем, моя хорошая. Пойдем, моя красавица. Ай, какая нежная травка. Щекотит. Нравится? Щекотит нежная травка. Изумрудная. Ай. Такая красивая выросла. Лёва, будешь еще гладить? Лёва, он уже вперед ушел. Догоним сейчас тебя, Лёва. Догоним. Доехала. Что, домой пойдем греться? Да нет.